Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. А в этом видео я вам предлагаю вместе со мной связать вот такое платьишко для игрушек, для кукол. Это уже ваше решение, куда вы будете его приспосабливать. Ну вот оно получается таким красивым, воздушным. Смотрите, такое вот оно пышненькое. Я связала его специально для зайчика, помните, да, которого мы с вами взяли в том видео. Вот этот размер как раз подойдет для него. Но если у вас игрушка крупнее, то тут уже нужно просчитывать количество петель. Мы же с вами свяжем на зайчика. Вы можете его одевать как вот в таком виде, то есть у вас шов этот будет на спинке, либо можете сделать какую-то здесь тесемочку красивую, ленточку вставить, и у вас будет запах впереди. Я сегодня использую пряжу Alize Cotton Baby Soft. Мне эта пряжа очень понравилась, она очень приятная на ощупь, не расслаивается, не махрится, ну, в общем, очень хорошая пряжа, я вам ее советую. В составе у нее 50% хлопка и 50% акрила. И в таком моточке 100-метровом, 100-граммовом 270 метров. Вы можете взять любую другую пряжу, я буду вязать из этой. Можете взять Yarnar джинс, я также пробовала из полушерстяной пряжи вязать. Тоже получается красиво, но учитывайте, что это вязание будет немного рыхлое, поэтому оно будет немного объемнее, то есть размер платьишка уже рассчитывайте, какой у вас будет. Для начала вязания нам нужно с вами набрать цепочку из 30 воздушных петель. Набрали цепочку из 30 воздушных петель и дальше делаем еще одну петлю, она у нас будет петлей подъема. Дальше находим вторую от крючка петлю, вот это у нас первая, вот это вторая, и начиная с этой петли мы провязываем полностью весь ряд столбиками без накида. Вот таким образом провязываем до конца цепочки. Итак, смотрите, мы довязали этот ряд, и теперь нам нужно сделать одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Теперь вяжем в эту сторону, и на этот раз мы делаем один столбик и одну прибавку. И так чередуем до конца ряда. Один столбик, одна прибавка. И так довяжем до конца. Когда довяжете ряд до конца, также делаем одну воздушную петлю и снова разворачиваем вязание. Сейчас у нас здесь в одном ряду 45 столбиков, и в следующем ряду мы их вяжем без изменения, просто столбиками без накида. Провязываем этот ряд до конца. И в конце этого ряда мы также делаем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Дальше мы с вами будем делать рукавчики, и для этого мы будем пропускать несколько петель. Итак, начинаем мы с 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше делаем рукав. Для этого набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь нам нужно пропустить 10 петель. Отсчитываем их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нам нужна следующая, 11-я, и в нее мы провязываем столбик без накида. Вот так у нас получается рукав. Теперь между вторым рукавом мы должны провязать 13 столбиков. Вот один мы уже провязали. Дальше вяжем второй. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязали. Теперь снова делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова отсчитываем 10 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В следующую, в 11-ю, провязываем столбик без накида. И довязываем до конца ряда 6 столбиков. Когда довяжете до конца, здесь мы теперь делаем не одну, а 2 воздушные петли, потому что следующий ряд мы начнем вязать уже столбики с накидом. Делаем 1 накид и продолжаем вязать за передние полупетли. То есть вот у нас петелька состоит из двух сторон,
Две полупетли она имеет, и нам нужна только передняя. Вот эта, которая ближе к вам. Мы цепляем крючок за нее и провязываем столбик с одним накидом. Провязываем первые две петли и вторые две петли на крючке. И так вяжем до конца ряда. У нас сейчас 37 столбиков. И провязываем их до конца ряда. За счет того, что мы вязали за переднюю стенку петли, у нас образовалась с другой стороны вот такая красивая косичка. Для чего она нам нужна? Она и сейчас выполняет декоративную, так скажем, функцию. Она делает здесь определенные акценты, и это красиво. Ну и также вы можете какую-то контрастную ниточку зацепить в начале ряда и, допустим, здесь провязать также какую-то рюшечку, либо сделать сюда готовую уже кружево, что-то еще, украшение какое-то сделать. В общем, здесь уже на ваше усмотрение. Но я вот, пожалуй, пока в этом варианте оставлю так, вы уже смотрите для себя. И разворачиваем вязание. И дальше мы уже вяжем столбики без накида. Также 37 столбиков. Уже за обе стеночки мы цепляем и провязываем столбики без накида до конца ряда. Я этот ряд довязала до конца и не удержалась, уже решила примерить, что у нас получается. Вот видите, как рукавчики у нас выглядят теперь, когда мы сделали пропуски. И теперь можно вязать дальше. В конце этого ряда мы сделали одну воздушную петлю, поворачиваем вязание. И теперь вяжем также без изменения 37 столбиков, но уже столбики без накида. Как мы до этого вязали, просто столбики без накида. До конца ряда. И в конце также сделайте одну воздушную петлю. Так, разворачиваем вязание, и теперь в этом ряду мы делаем две прибавки по бокам. То есть вот мы вяжем в первую петлю одну прибавку, то есть два столбика в одну петлю, довязываем ряд до конца без изменения, и в последнюю петлю также делаем одну прибавку. Итак, прибавку сделали еще одну воздушную петлю подъема. Разворачиваем вязание и два ряда. Теперь мы с вами вяжем без изменения по 39 столбиков. И обратите внимание, что нужно сделать, опять же, будет воздушную петлю подъема после того, как переходим на следующий ряд. Не забывайте про нее. Итак, провяжите два ряда без изменения. В конце второго ряда мы с вами делаем 2 воздушные петли, потому что в следующем ряду мы начнем опять вязать столбики с накидом. И теперь мы с вами делаем 39 прибавок столбиками с одним накидом. То есть в каждую петлю мы провязываем одну прибавку и вяжем ее столбиками с накидом. Вяжем, как обычно, за обе стенки. За первую стенку мы с вами вязали, за одну, вернее, стеночку мы с вами вязали только в одном ряду. Не путайте, если вдруг там, я вам не сказала, если вы вдруг запутались. И таким вот образом вяжем до конца ряда. В каждую петлю вяжем по одной прибавке. Итак, в ряду у нас должно получиться 78 столбиков. Итак, ряд мы провязали. Теперь мы добавили немного пышности нашей юбке. Ну а теперь мы два ряда. Кстати, делаем 2 воздушные петли и разворачиваемся. И теперь провязываем два ряда, также по 78 столбиков, столбиками с одним накидом. Я провязала два ряда, вот смотрите, что в итоге у нас получается. Остается еще совсем немного. И давайте сделаем один рядочек еще с прибавками. Также сделали 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание и вяжем 2 столбика и одну прибавку. Также столбики с накидом. 2 столбика провязали и в следующую петлю делаем прибавку. И так до конца ряда чередуем 2 столбика, прибавка. В конце этого ряда мы также делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Теперь мы будем делать такие арочки по юбочке. Для этого мы делаем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Дальше отсчитываем 3 петельки. 1, 2, 3. И в четвертую вяжем столбик без накида. И вот так нам нужно провязать до конца. 4 воздушные петли, пропускаем 3 петельки, в четвертую провязываем столбик без накида. У нас получаются вот такие арочки, и в них дальше будем провязывать еще столбики.
И у нас остается один всего лишь ряд. Также сделали воздушную петлю подъема, развернули вязание. И теперь в эту арочку провязываем столбики без накида. Смотрите, вы можете их связать без накида, можете с накидом. Я обычно смотрю по длине уже платьишка готового и примеряю на игрушку. Если оно достаточно короткое, то можно связать столбики с накидом. Так оно будет подлиннее и будет казаться, что оно побольше. А если у вас длины достаточно, то можете просто провязать столбики без накида. Я буду делать столбики без накида. Вот так вот в арочку провязываем 6 столбиков. 6. И дальше вот в эту промежуточную, где мы с вами вязали столбик без накида, когда соединяли эти арочки, также делаем соединительный столбик. Вот так. И дальше переходим к следующей арке. Также провязываем 6 столбиков. 4, 5, 6. Столбик без накида. Провязываем соединительный. И вот такая обвязочка у нас получается. Итак, смотрите, мы все обвязали, у нас уже платьишко готово. Теперь нам остается лишь сделать то, что нужно вот эти края задекорировать. Для этого мы с вами их обвяжем. Обвяжем столбиками без накида. Вот так же просто по этой полосе идем по краю. И за каждую петельку, цепляясь крючком, вяжем столбики без накида. И этим самым у нас вот будет такой красивый ровный край. Нужно провязать вот эту сторону до конца и также пройтись вот по этой. Ну а в конце можете соединить края платьишка, либо сделать его не снимаемым, либо сделать крючки с петельками, либо вот такие вот можно попробовать кнопки. Это я купила в магазине не самым дешевым, они стоят 10 комплектов 92 рубля. Самые маленькие, я думаю, что, ну, меньше я не нашла, по крайней мере, 7 миллиметров. Ну, думаю, что можно найти дешевле в других магазинах. Сейчас дошью тоже это платьишко, попробую сделать вот такие кнопки. Ну что, вот такой результат у меня получился. Надеюсь, что мастер-класс был для вас полезным и интересным. Если это так, ставьте пальчик вверх. В комментариях можете поблагодарить автора, мне будет очень приятно. Ну и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А я с вами прощаюсь и жду вас в следующих моих роликах. Пока-пока!